меняет вопросы докладчика, на которые у нас держим минут 5. Соответственно, доклады, я надеюсь, что будут где-то 25 минут. Очень прошу руководителей секции, руководителей круглых столов следить за регламентом. У нас есть вот на столе регламентер, напоминатель времени. Далее он сейчас показывает его, да. Докладчиков прошу не игнорировать напоминания, потому что мы, если будем укладываться в регламент, то мы не будем, то у нас не будет проблем с со временем на обед, кофе-брейк, и так далее. Нам не придется сокращать. Я думаю, что это все вопросы, да, которые у нас есть. В любом случае, я готов, если какие-то вопросы еще возникают по ходу дела, кроме меня еще есть волонтеры, но я готов. У нас будет вестись съемка в течение всего времени. Вот камера стоит. У нас будут какие-то фотографии, я надеюсь. И в конце, после завершения мероприятия, мы сможем, наверное, поделиться со всеми, кто захочет, поделиться этим материалом. Я хочу сказать, тоже завершая свое сумбурное выступление, хочу сказать, что хороший доклад — это как хорошее вино. Оно с самого начала хорошее, но еще больше раскрывается со временем. И самое главное, что к нему возвращаешься снова и снова. И вот я желаю, желаю всем хороших докладов, чтобы доклады были такими, чтобы к ним возвращаться снова и снова, чтобы они с самого начала показались хорошими, чтобы они раскрывались по ходу озвучивания. Когда мы переходим к первой части, да, к первой секции, передаю простые правления Алене. Начнем первую секцию, которая называется «Проблемы методологии». Достаточно условно называли секции, потому что не все доклады хорошо, логично объединялись. И первый доклад профессора доктора Вильвальда Руха, сотрудника факультета психологии университета Цюриха. Я хочу в качестве представления сказать, что Вильбальд очень много лет уже исследует проблему психологии юмора и смеха и имеет множество всяких заслуг в этой области и преподает в разных странах. Но я хотела особенно поздравить его с недавней наградой от общества Applied Humor, ассоциация юмора, который используется в практике. Вот, он был недавно награжден, с чем я предлагаю его поздравить. Доклад
как называется, интердисциплинарный подход к расширению понятия юмора. Комические стили зависят от темперамента, характера и способностей. Thank you very much. I would like to thank the organizers, the scientific committee, to bring me here and the Swiss Consulate for supporting this day. My talk has a certain background. In psychology, we were interested in defining what the sense of humor is. We have worked over the last 30 years, and my feeling is that we are in a dead end street, and we need to start all over again. And that's why I thought I will do the talk on how we can broaden the approach to humor by using interdisciplinary knowledge. So I will draw on knowledge in literature and try to apply it to psychology. One more sentence. We knew that the sense of humor is related to a personality concept of extroversion. But that was very narrow, and I will show that actually if we study humor broader, it is also a matter of ability and also a matter of character. So the talk, this project, I also owe to some collaborators that are listed here. And the talk, if you want to read it up later on, will be in the journal Frontiers, which is an open access journal, and you can download the file probably in half a year. Okay, so we had started with defining the sense of humor, which is like you have more or less of humor. But more recently, we looked into, or psychologists looked into, different types or styles or flavors of humor. Just to give you the idea, so we don't look into quantitative differences, but qualities in the comic or what is funny. So, we look at the, this could be different flavors or types of humor, and that's what we could measure. One. Okay, so we have this understanding of quality. Sorry for the animation, I thought I would have control over it. So in psychology, we use style to refer to these different qualities. But we also use it quantitatively, namely, style in psychology is opposing to ability. So style of behavior refers to personality, how we behave on an everyday basis. As opposed